Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ, время новостей, в студии программы «День за днем» Олег Соловьев. Сегодня в программе. Рабочая поездка губернатора Смоленской области в Десногорск. По моему поручению были выделены значительные средства на ремонт сети дошкольных учреждений. Я бы хотел послушать вас, послушать руководителей учреждения, как ведется работа. Стратегия развития Десногорска на ближайшие 10 лет. Мнение депутатов. Смотреть правильно мы идем, достигаем ли тех темпов, достигли тех темпов, которые необходимы, и возможно даже и корректировать. 10 июля Десногорск посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Руководителем региона была проведена инспекция ремонтных работ в муниципалитете, которые проводятся на средства из областного бюджета. Программа рабочей поездки губернатора началась с посещения детского сада «Ласточка», на ремонт которого в нынешнем году из средств регионального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. В этом году в рамках договоренности с Росатомом по моему поручению были выделены значительные средства на ремонт сети дошкольных учреждений. Я бы хотел послушать вас, послушать руководитель учреждения, как ведется работа. В детском саду уже заменены двери, выполнен ремонт кровли и завершаются работы по ее монтажу. Параллельно производится замена окон, ремонт крыльца, а также устройство вентилируемого фасада. Руководитель детского сада попросила губернатора также оказать содействие и с асфальтовым покрытием. Давайте таким образом сделаем. Вы на меня напишите служебную записку, и я дам поручение на 2021 год запланировать работы по приведению асфальта в должное состояние. Далее глава региона побывал в детском саду «Дюймовочка». В нынешнем году здесь также проводятся работы по ремонту фасада и обновлению кровли здания. Ремонтные работы начались 20 мая и на данный момент ведутся в соответствии с установленным графиком. Контролируем график проведения работ, сроки проведения работ. Значит, заканчиваться должны работы 15 августа. Угу. Я думаю, должны успеть. Раиса Павловна, очень важно, чтобы сроки реализации данного контракта были соблюдены, потому что через 2 недели после завершения сроков выполнения работ уже детишки должны сюда прийти и получать услуги. На ремонт обоих учреждений в общей сложности направлено около 29 миллионов рублей. Сумма выделена из областного бюджета благодаря договоренностям главы региона и госкорпорации «Росатом». Ход работ на контроле администрации Десногорска. Вы молодец, что контролируете. Хорошо, что подчиненные регулярно бывают. Также продолжайте, чтобы все работы были завершены в срок. И дети 1 сентября вошли свежеотремонтированные, подготовленные к приему детей в помещение. В продолжении визита губернатор проинспектировал состояние участка автомобильной дороги Николаевская-Савеева-Присмара, где за счет средств Дорожного фонда Смоленской области запланировано проведение ремонта дорожного полотна. Коллеги, на основании многочисленных обращений ко мне жителей Десногорска мною были даны поручения о выделении из денежного фонда Смоленской области порядка 25 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна вот этой улицы. Асфальтобетонное покрытие появится на 2-километровом участке автодороги, которое пользуется большим спросом у десногорцев, особенно в теплое время года. На данный момент разработана проектно-сметная документация. В соответствии с планом работ на этот год приступит к работам в сентябре месяце. В этом году это поручение будет выполнено. Дорога будет в асфальтобетонном покрытии. В окончании рабочей поездки губернатор анонсировал проведение встречи с десногорцами. Из-за эпидемиологической обстановки она должна пройти в онлайн-режиме. Подробности предстоящего мероприятия будут известны позже. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Одним из вопросов сессии Десногорского городского совета 9 июля стал проект стратегии социально-экономического развития Десногорска. Этот план преобразований на ближайшие 10 лет ранее был рассмотрен депутатскими комиссиями, а затем 29 июня документ прошел публичные слушания. По результатам голосования было принято решение рекомендовать одобрить проект решения об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования в городе Десногорск до 2030 года. Документ содержит анализ текущей социально-экономической ситуации в Десногорске, долгосрочные цели и задачи его развития,
а также описание стратегических приоритетов и способов их достижения. Депутатами предложено дополнить документ более детальным планом с ежегодными преобразованиями, а также назначить ответственных по этому лиц. И при необходимости, да, смотреть, каждый год оценивать ежегодно, ну, ежегодно, либо в те сроки, которые в стратегии заложены, там есть некоторые сроки с периодом более чем год. Оценки оценивать, смотреть, правильно мы идем, достигаем ли тех темпов, достигли ли тех темпов, которые необходимы, и, возможно, даже и корректировать. Срок на реализацию этих дополнений дан до 1 октября 2020 года. В конце выпуска о погоде. 14 июля в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 18, ночью до 13 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.